Изложенные мной обстоятельства виновности каждого подсудимого в отдельности прошу приговорить. Чехлазы Таймуран Владимировича по статье 19, часть 1 статьи 84 УК Грузинской ССР к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. И велели Каху Уважаевича, и велели Пату Уважаевича, Кобахидзе Германа Михайловича к высшей мере наказания расстрелу. Петриашвили Тинатин Владимировну на основании статьи 40 УК Грузинской ССР окончательно определить ей 15 лет лишения свободы ВТК общего режима.